Здравствуйте, это «Погода на неделю». Что обещают нам синоптики с 7 по 13 сентября, расскажу прямо сейчас. Понедельник ночью облачно, без осадков, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Днем ясно, осадков не ожидается, столбик термометра покажет плюс 27, плюс 29 градусов. Во вторник ночью облачно, без осадков, температура воздуха плюс 18, плюс 20 градусов. Днем ясно, осадков не ожидается, столбик термометра покажет плюс 28, плюс 30 градусов. В среду ночью облачно, без осадков, температура воздуха плюс 17, плюс 19 градусов. Днем небольшая облачность, осадков не ожидается, столбик термометра покажет плюс 28, плюс 30 градусов. С четверга по воскресенье нас ожидает переменная облачность, возможен небольшой дождь. Температура ночью до плюс 20, днем до 29 градусов тепла.